Итак, всем снова привет, дамы и господа, на связи снова я, и сегодняшний мод понравится всем тем, кто уже прошел GTA San Andreas и просто нечем заняться в этой игре. И данный мод добавляет в GTA-шку некую мини-игру. Давайте же мы ее заценим, посмотрим, что она себе представляет. Чтобы запустить игру, нужно ввести следующий чит-код. Надо написать Start Game. Просто пишем Start Game. И видим такую надпись Fallout Box, загрузка игры. Так и называется игра Fallout Box. И вот мы попадаем на такую арену, которая покрыта сеном. И как уже догадались, сено будет падать со временем. И нужно как можно дольше продержаться и набрать как можно больше очков. Вот такая вот платформа находится прямо рядом с пляжем Лос-Сантоса. Вот мы видим колесо обозрения, маяк. В принципе, не так уж и далеко. Итак, давайте же мы сейчас поиграем пару минут. Посмотрим, как это все работает. И я сразу проиграл почему-то и набрал одно очко. Да уж, неудачно сыграл. Но все-таки суть игры в этом и есть, что нужно стараться как можно больше двигаться и не упасть вниз. Вот такая вот прикольная игра. Играйте в нее, набивайте рекорды всякие, кто больше продержится и так далее. Ну что, думаю, все, посмотрели. Давайте еще разочек сыграем. Так, вводим старт гейм. И ждем загрузку. Так, все, началось. Go, go, go. Постараюсь бегать и прыгать. Может, тогда я не упаду. Довольно-таки интересная игра, если честно. Но как всегда, я думаю, она со временем всем надоест. Но пока можно поиграть. Хоть что-нибудь новенькое. Так, давайте уже, взрывайтесь. Опа. Все, одно прошел. Супер. И да, мой вам совет, старайтесь не прислоняться к этому краю, так как можно там застрять. Это будет очень печально. Просто старайтесь держаться где-то в центре или вот по бокам, как я. И бегайте вот так, как сумасшедший. Чтобы не провалиться вниз. Ну, давайте, ну. Чё никто не взрывается? Ой-ой-ой-ой-ой. Второе очко набрал. Круто. Ну да, в эту игру можно долго играть, пока все сено не закончится. Но можно так и занять себя в GTA-шке. Все, ну. Ну, на этот раз хоть 3 очка набрали, неплохо, уже получше. И после того, как мы упали, игра автоматически переносит нас на то место, где мы ввели чит-код. Start game, то есть. Надо подождать всего лишь пару секунд, и мы автоматически попадаем обратно на то место, откуда мы сюда попали. Так, ждем пару секунд, можем поплавать с рыбками, понырять. Все, мы видим, игра нас принесла на это же место. Игра окончена. Ну что, вот такая вот игра. Что-то я затянул с обзором на этот раз. Ну ладно, всем спасибо, пока, увидимся. Увидимся еще. На этом все, всем пока и удачи.